Итак, девочки, молодцы. С обручами закончили. Теперь у нас прыжки в песок. Так, выстраиваемся. Ой, ну вот здорово. Сначала вместо литературы физкультура поставят, что мы все без физкультурной формы придем. А потом еще и прыжки придумают в песок. Ха, здорово. Сейчас, девочки, в платьях будем в песок прыгать. Ой, новый физрук. Ну что, девочки, пойдемте, посмотрите, как я вас сейчас всех опрыгаю. Сейчас обруч повешу. И я первая. Иван Иванович, можно я первая? Так, девочки, что-то вы более много разговариваете. Катя, ты до сих пор обруч не убрала? Давайте встаем в шеренгу, рассчитайся на первый и второй. Какой же грозный у нас физрук. Ай-яй-яй. Прыгать будем в платье. Очень здорово. Первый. Второй. Первый. Ну вот, как построились, так и прыгаем. Значит, сначала Эви, Эмили и Катя. Давайте. Ну что, девочки, учитесь, как Эви прыгает. Вот так, внимание. Марш! Ух ты, Эви, да это определенно 5. Молодец. Так, кто следующий? Девочки, я же говорила, что я прыгаю лучше всех. Вам меня ни за что не перепрыгнуть. Так, Эмили, тебе не кажется, что Эви что-то у нас сильно созналась? Давай-ка мы ее перепрыгнем. На старт, внимание, марш! Ой, ну я ближе намного прыгнула. Катя, остается только на тебя надеяться. Так, Эмили, молодец. У тебя второй результат пока. Катя. Ну вот, не получилось у меня прыгнуть. Ой, как бы так разогнаться, чтобы далеко-далеко упрыгать и Эви все-таки победить. На старт, внимание, марш. Ой, ну я совсем близко прыгнула. Да, у тебя будет третий результат. На первом месте у нас Эви. Молодец. Эви 5, Эмили 4, тебе, Катя, 3. Эх, тройка. Сегодня вообще не должно быть физкультуры. А теперь еще и тройка. Ну вот, какой неудачный сегодня день. Эви, Эви, а ты так хорошо прыгаешь. А может, ты и штангу сможешь поднять? Смотри, какая она тяжелая. Штангу? Катя, да проще простого. Смотри, сейчас тебе покажу. Ну вот, девочки, смотрите, я же говорила, я смогу ее поднять. Ой, какая же она тяжеленная. Ой. Так, девочки, а что, не расходимся? Урок уже закончен. Эви, немедленно положи эту штангу, она же очень тяжелая. Ой, как хорошо, что Иван Иванович пришел. Я совсем не могу ее уже держать. Хорошо, сейчас положу. Ой-ой, моя нога. Так, девочки, все, урок закончен. Ай-яй, медкабинет. Эви, ничего себе, ты сегодня 5 по физкультуре получила. И нас неделю на 2 от физкультуры освободила. Да, Эви, точно, а мы тебе все перепрыгать хотели. А ты вот, и нам помогла, и себе 5 получила. Что же нам-то сразу не рассказала? Да, девочки, девочки, вы чего? Я совершенно случайно уронила физруку на ногу эту штангу. Эх, больше 5 мне, наверное, не поставит. Ну, Эви, недели 2 у нас в физкультуре точно не будет, так что не расстраивайся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новое видео. Катя и Макс, веселая школа. Да, но про урок физкультуры, наверное, пока не будет, потому что наш физрук на больничном. Ага, потому что Эви ему на ногу штангу уронила.